Дай почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Сейчас, к счастью, стали много говорить о чтении и пользе книг. Правда, это как глаз вопиющего в пустыне, но таких голосов, аргументов, доводов становится все больше. Мы есть то, что мы читаем. Мозг читающего человека более работоспособен, чем мозг нечитающего. Именно письменность и чтение сделали нас людьми. Японский врач Сосуке Нацукава, известный дебютным романом «Медицинская карта Бога», 1,5 миллиона экземпляров издано в Японии, снят сериал, написал новую книгу «Кот, который любил книги». Жанр ранобэ, отличительной особенностью которого является фэнтезийный сюжет, обилие диалогов, иллюстрации в стиле аниме или манги и ориентация на юношескую аудиторию. Итак, мальчик-сирота, подросток Ринтара Нацуке потерял единственного близкого человека – дедушку, владевшего крошечным магазинчиком «Книжная лавка Нацуки». Дедушка любил повторять: «В книгах великая сила». Ринтара должен оставить любимый магазин и любимые книги и уехать с внезапно появившейся тетушкой. И в самый трудный в его жизни момент в магазине появляется необыкновенно красивый кот породы Табби, чайный тигр по имени Тигр. Он говорящий кот, даже слишком говорящий. Кот ученый, все ходит по цепи кругом, так и вспоминается пушкинская. Рыжий Табби Тигр, вспыхивая нефритовым глазами, просит Ринтара помочь и освободить книги из заточения. Предложение неожиданное, да и говорящий кот явление из ряда вон. Но Ринтара любит книги и отправляется в первый лабиринт. Потом будет и второй, третий, и четвертый. Нет, это не буквальный лабиринт, где ты должен, блуждая, найти выход. Это лабиринт споров, разговоров, убеждений и попытки переубеждения собеседника. Это философские и мировоззренческие диалоги. На кону жизнь книг, а значит, существование всего человечества. В жизни мальчика появятся друзья. Точнее, он поймет, что у него есть друзья. Это Сайо Юдзуки, чудесная одноклассница, и ироничный Рёта Акиба, любитель книг. Говорящий кот раздражает Ринтара, и только в конце он поймет, что кот и есть тот самый надежный и близкий друг. Сострадание и милосердие. Вот в чем сила книг, в умении сопереживать и сочувствовать. Прекрасная книга Сосуке Нацукавы, как, впрочем, и кот, который любил книги. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».